Северная Осетия присоединилась к всероссийской акции «Звон Победы». По всей стране после завершения Парада Победы одновременно дали гудок все транспортные средства и заводские предприятия. Во Владикавказе звуковой сигнал подали на заводе «Победит», прозвучали гудки поездов на железнодорожном вокзале. В храмах и монастырях республики раздался колокольный звон. Организаторы акции, Комитет по делам молодежи республики, при содействии Министерства промышленности и транспорта, Владикавказской епархии, а также Центра Фабла Палания и команды «Осетия-3D».